Итак, всем привет, и сейчас мне захотелось снять такое видео, посвященное погоде. Посвященное погоде, то есть можно обратить внимание, сейчас у нас здесь вот поляна, где стоит палатка, место, где стоит палатка, залито солнцем. При этом надо сказать, что сейчас у нас, можно сказать, середина декабря, и это окрестности Киева. То есть было уже видео, где поставить палатку в Киеве. Ну, можно его, конечно, и продолжить каким-то образом, но вот такое вот местечко. То есть действительно можно обратить внимание, как здесь солнечно. То есть солнце просто прорывается и заливает и поляну, и экран. Ну, мы тогда обойдем с другой стороны. То есть это по-прежнему можно обратить внимание, по-прежнему такое вот место в районе метро Бориспольска, либо Червоный хутор. Ну и там, в тех краях, также можно рядом с Бориспольской найти Харьковское шоссе, выезд на Борисполь. Ну, здесь я решил в очередной раз поставить палатку. В палатке достаточно тепло, хорошо, а утром еще и солнечно. То есть хотя сейчас уже осталось до Нового года где-то всего лишь 20-22 дня, и даже елку привезли в Киев на Софийскую площадь, тем не менее сейчас здесь можно обратить внимание, вообще снега нету, дождя нету, есть зато солнце. Ну, можно сказать, что мы на юге. Действительно, очень классная сейчас погода. Вот солнце, вот я сейчас стою, и солнце действительно греет. Чувствуешь себя отлично. Как же это, что же это за такой лесок? То есть, да, здесь иногда, конечно, ходят люди какие-то, пробегают какие-то спортсмены, ездят на велосипедах, но, тем не менее, вот такой вот лесочек. Понятно, что уже сейчас, конечно, глубокая, там даже уже не осень, а зима, то есть, вот листья пожухли, был первый снег, были эти заморозки, поэтому все так случилось. Но тем не менее, вот можно поставить палатку, и утром вас будет встречать солнце. Вот палатка в таком формате. Кстати, да, палатку надо бы чинить, потому что с палаткой тут совсем уже. Вот, но в то же время свежий воздух. И напоминаю, что пока вы там где-то в своих офисах и теплых креслах, я, тем не менее, да, в палатке, но зато на свежем воздухе. Пишите, друзья, комментарии. Может быть, у кого-то есть какая-то запасная палатка. Буду рад такому подарку к Новому году или еще как-нибудь. Пишите комментарии хотя бы. Так что всем привет и путешествуем дальше.